папа мой, Царство Небесное, любил говорить, цирк – это такая штука, которая должна радовать, удивлять и немножко пугать. Вот если все это смешано, по нужной пропорции, тогда получается настоящий цирк. А более упрощенный, так как все должно быть в цирке. Должны быть обязательно красивые женщины для папы. Красивые костюмы для мамы. Клоуны и зверьки, видите? Так все просто. И все это сегодня будет. Понимаете, что такое независимость? Это прежде всего самобытность. Это останется это есть. Есть своя культура, древнейшая культура. Есть свои традиции, есть свои цвета, графики, орнаменты, все оформление. Это все можно использовать. И вы можете уже приглашать талантливых детей и учить их цирку с перспективой на какое-то будущее. Будет очень большое количество детей, которые получат сегодня толику любви, и это самые разные дети, но это все наши дети.